Они незримо присутствуют в каждой программе и в каждом выпуске новостей, создают вкусную картинку, следят за работой гостей и ведущих в кадре, а иногда добавляют в эфир немного магии. В гостях у программы «За кадром» режиссер-постановщик Валерий Осипов и ведущий режиссер монтажа телеканала «Самара ГИС» Олег Паламеев. Как работает телевидение по ту сторону экрана, узнаем сегодня в 18:45.